Здесь есть павильоны с турникетами для прохода на платформу «Отрадная», металлическое заграждение и оборудованный переход через железнодорожные пути. Но пассажиры по-прежнему пренебрегают правилами безопасности. Прыгают с платформы и забираются на нее в неположенном месте. 7 августа такая беспечность пассажира привела к трагедии. Мужчина в субботу вечера, как информация поступила, залезал на платформу. К сожалению, поезд не успел затормозить, тормозной путь составлял 300 метров, и предотвратить этот смертельный случай никак не удалось. Для снижения количества несчастных случаев на железной дороге по инициативе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры на станции «Отрадная» провели профилактический рейд. Целью данного мероприятия является снижение случаев, участившихся случаев летальных исходов, травмирования пассажиров. За период текущего года на территории городского округа Одинцово зафиксировано 8 летальных случаев, 7 из них на данном направлении. Представители окружной администрации, центральной пригородной пассажирской компании и административно-пассажирской инспекции убедились в необходимости оборудования дополнительных преград для незаконопослушных пассажиров. Определили то, что нужно на торце платформы какое-то ограждение барьерное поставить для того, чтобы предотвратить проход граждан. То есть мы видели, как люди спрыгивают, залезают и так далее. Это не означает, что вообще у граждан нет билетов, просто, как я говорил, что это экономия времени. Чтобы не стоять в очереди в проходе, они просто берут и слезают с платформы. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».